Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас с вами 13-я лекция на тему производства холодных блюд и закусок в диетическом питании. Еще раз напоминаю о том, что у нас с вами технология специального назначения. Здесь мы изучаем с вами диетическое, лечебное питание, альтернативное питание. Поэтому все те, значит, блюда, которые у нас подвергаются тепловой обработке, практически и первые блюда, и вторые блюда, и касательно холодных блюд из закусок, в принципе, технология, она у нас идет традиционная, и еще раз напоминаю о том, что в диетическом питании у нас меняются только вкусовые, значит, пристрастия, да, как говорится, в зависимости от назначения больного. И плюс, конечно же, это тепловая обработка, которой подвергаются все те продукты, которые у нас используются для приготовления блюд. Цель сегодняшнего нашего занятия – расширить ваши знания еще раз о диетических блюдах, именно холодных блюд и закусок. Значит, какие общие правила приготовления для холодные блюда и закусок. Сегодня поговорим о бутербродах и о салатах из сырых овощей. Поговорим с вами о салатах из мяса, рыбы. Немножко обхватим, да. Поэтому, как бы, опять же, сопоставляю технологию, да, общую технологию, технологию общественного питания, которую вы проходите параллельно, мы, в принципе, идем как бы в унисон по тепловой обработке, по темам, да. Поэтому для вас многие моменты, конечно, известны, знакомы. Единственное, что теперь всю эту технологию надо смотреть в призме такой диетического питания, лечебного питания. Ну а вся подготовительная работа, в принципе, первичная обработка, нарезка, да, это все как в традиционной технологии у нас идет. И поэтому холодные блюда и закуски, а это тоже не исключение, поэтому как и в традиционной технологии, так и в лечебном, диетическом питании, все закуски и блюда у нас подаются в начале еды. У каждого, значит, у каждой холодной блюда и закуски есть свое предназначение, диеты для такой-то. И их, как правило, всегда подают в начале еды основной. И, соответственно, понятно, что салаты, холодные закуски у нас возбуждают аппетит, являются таким, как бы, да, хорошей такой растопкой для нашего организма, чтобы принимать уже такую основную пищу, как аперитив. Значит, ассортимент холодных блюд и закусок включает, вы знаете прекрасно, это бутерброды, салаты сырых и вареных овощей из мяса, рыбы, птицы, морепродукты. Также творожное. Почему творожное мы здесь еще уделяем внимание? Потому что, опять же, напоминаю о том, что это диетическое питание, поэтому людей пожилого возраста. Значит, холодная и тепловая обработка продуктов для холодных блюд и закусок в основном такая же, как и в традиционной технологии. Значит, как мы и сказали, подаем в начале приема пищи, возбуждает аппетит, дополняет пищевую ценность рациона. То есть, опять же, мы говорим о том, что наши салаты, наши закуски, в основном они у нас состоят практически из овощей, из фруктов, соответственно, там у нас и витамины, минеральные вещества, да, и поэтому, естественно, когда мы подаем основное горячее блюдо и к нему дополнительно ставим помидоры, огурцы или зелень, да, поэтому, конечно, холодные блюда и закуски дополняют пищевую ценность. Ведь холодные блюда, в отличие от закусок, могут также служить основным блюдом на завтрак и ужин. Выход холодных блюд больше, чем у закусок, вы знаете прекрасно. Значит, по видам сырья и способу приготовления различают, если мы перешли на бутерброды, салаты из сырых и вареных овощей, закуски из рыбы и нерыбных продуктов, море, мясо, птица и творог, как мы и говорили выше. То есть холодным блюдам и закускам у нас относят бутерброды, салаты, значит, из мяса, рыбы, птицы, морепродуктов. Значит, общие правила. Здесь у нас, если мы готовим холодные блюда и закуски из сырых овощей, соответственно, здесь соблюдается у нас более высокие требования предъявляются при санитарных, при приготовлении. Значит, к требованиям по санитарным нормам и к личной гигиене самого персонала, также и к хранению таких продуктов и, конечно же, их реализации.
Особенно это относится к продуктам, не подвергшим тепловой обработке. И вот здесь рекомендуют сократить число ручных операций, чтобы было меньше соприкосновений у нас с руками. Соответственно, здесь в основном это инструментарий, это ножи, это какие-то лопатки, щипцы для переноса, для перемешивания, для перекладывания. Если у нас персонал работает в холодном цехе, в салатном цехе, здесь, соответственно, у нас еще плюс и перчатки, это обязательно. Не очень приятно смотреть, когда руками все это начинают перекладывать, перемешивать. Это мало того, что это небезопасно, это еще и неэстетично. Поэтому, если перчаток нет, то рекомендуют вот щипцы использовать, да, лопатки различные для того, чтобы перемешать, чтобы переложить, украсить, особенно когда зелень раскладывают, да, начинают руками все это трогать. Здесь, конечно же, надо использовать только инструментарий. Значит, нельзя соединять теплые и холодные продукты, это понятно, это у нас к чему приводит? К тому, что ухудшается и вкус, и, соответственно, блюдо у нас портится. То есть здесь, если мы говорим о том, что если мы, например, вводим салат в теплый, да, какие-то продукты дополнительные, мы должны их слегка охладить. То есть здесь, опять же, если мы делаем какую-то пассеровку для салата, да, морковь там или лук, соответственно, тоже нужно охладить для того, чтобы соединить эти продукты, например, ну, в салатах или в какой-то закуске. Значит, заправлять блюдо в основном, если у нас идет сметана, майонез или растительное масло, мы знаем, что нужно только перед самой заправкой, перед самым отпуском. Почему? Потому что здесь у нас, как, если долго будут стоять заправленные блюда, это все впитается. И, соответственно, особенно если это свежий салат из зелени, да, капуста там, или микс идет у нас из зелени. И если положить туда за полчаса сметану или майонез, естественно, там уже весь внешний вид испортится салата, ну, или растительного масла. Поэтому заготовки приготовили, как только заказ пришел, соединяется все это дело и потом заправляется только перед самой подачей. Значит, как мы и сказали, строго соблюдаем сроки хранения полуфабрикатов согласно установленного режима тепловой обработки. Значит, для отпуска холодных блюд и закусков в санаториях и профилакториях используют специальную посуду. Значит, в основном рекомендуют керамические блюда, вазы, селедочницы, икорницы, салатники, розетки, креманки. Значит, здесь также используются фаянс и фарфор, то есть, опять же, в зависимости от уровня, да, уровня сервиса. Но, как правило, мы знаем, что в санаториях, профилакториях у нас в основном используется фаянсовая посуда, вот керамическую посуду можно использовать, мехиор можно использовать. Ну, это уже если в ресторанах. Но обычно у нас диетические лечебные блюда подают в основном у нас в профилакториях, в санаториях, вы знаете. Или же когда готовим рационы при рабочих столовых, там, которые работают на вредных условиях труда. Так, большое внимание уделяют оформлению холодных блюд. Мы знаем, что основная цель и задача – это возбудить аппетит. И вот благодаря холодным блюдам и закускам это у нас и происходит. Почему у нас на раздаче в основном стоят красиво оформленные салаты, да, в креманках, каких-то блюдах красивых, для того, чтобы привлечь внимание у людей, возбудить аппетит и у людей, чтобы было желание заказать их. Поэтому при оформлении особое внимание уделяется именно салатам и закускам. Значит, здесь продукты для оформления, мы это с вами знаем, отбирают из тех, которые входят в рецептуру и сочетаются по форме и цвету. То есть, если у вас при приготовлении салата идут определенный набор продуктов, там картофель, лук, морковь, да, то, соответственно, и оформляете этими же продуктами. То есть, оставляете для оформления и оформляете. То есть, опять же, ну, это такая классика, это как бы рекомендация, да, идет еще с тех времен, что оформлять нужно именно теми продуктами, из которого приготовлен салат. И если это мясной салат, то при оформлении, конечно же,
основной продукт при украшении мы ставим кусок мяса, да, тонко нарезанного. Или если из птицы, то кусочек птицы тонко нарезанного. Значит, дополнительно используется зелень и укрывают их так, чтобы не закрывали бортов посуды. То есть особое внимание тоже хочется уделить зелени. Когда идет оформление, кладут там целые такие ветки длинные, да, то это тоже некрасиво, это не эстетично и вообще это вредно. Поэтому при оформлении именно зеленью нужно очень аккуратно, если это петрушка, немножко оторвать только листочки петрушки, да, если это укроп, то чтобы не такие длинные шпалки были. Поэтому здесь борта посуды, они должны быть открытые, и чтобы эта зелень не закрывала всю красоту вашего блюда. Поэтому здесь, когда подаем, украшаем зеленью, очень важный момент тщательно промыть эту зелень, потому что бывают случаи, когда и петрушка грязная, да, и укроп. Значит, промываем тщательно зелень, и при оформлении некоторые еще повара смазывают слегка растительным маслом или оливковым маслом листочки зелени. Ну, это для украшения, чтобы был красивый вид. Но в диетическом питании можно чуть-чуть слегка оливковым маслом, да, тоже сбрызнуть зелень. Так, бутерброды мы с вами говорили о них уже в традиционной технологии. Это тоже очень популярный вид закуски у нас. В основном используются на фуршет-столах, да, на каких-либо каких-то званых вечерах, фуршетах, для того, чтобы оградить себя от большого количества приготовленных горячих блюд. И именно основной упор делают на большую подачу именно вот таких закусочных бутербродов. Значит, бутерброды в диетическом питании допускаются во все диеты, кроме первой, значит, четвертой и тринадцатой. Значит, здесь у нас диеты готовят на черстом пшеничном хлебе, в основном будневный, чтобы он был слегка суховатый. Это у нас желудочно-кишечный тракт, да, поэтому здесь лучше использовать черстый пшеничный хлеб. Значит, в сидящих диетах, однако, и готовят использовать можно протертые массы. То есть, когда укладывается какая-то продукция, хлеб можно смазать не сливочным маслом, а какими-либо массами. Значит, вот у нас есть сливочное масло, вы знаете, сырное масло, селедочное масло, паштеты, сельди, паста Океан. Значит, если используется колбаса или ветчина, ее пропускают со сливочным маслом, взбивают. Значит, и используют как тоже вот такую массу для смазывания бутерброда. Значит, салаты сырых овощей готовят по традиционной технологии из свежих, квашеных, соленых, маринованных овощей. Значит, здесь у нас после тщательной первичной обработки, значит, после того, как вы их помыли тщательно, да, очистили, овощи или плоды нужно нарезать, смешать, заправить перед самой подачей или растительным маслом, или сметаной. Значит, майонезом также использовать можно майонез, виноградный уксус или 2% раствор лимонной кислоты. Срок хранения таких салатов, заправленных из сырых овощей, всего 15 минут. Всего 15 минут. Значит, и как мы и сказали, что если у нас это сырые овощи, меньше соприкосновения было, чтобы ручных с руками, используйте инвентарь различный, да, для нарезки, перекладывания, перемешивания. Так, салаты из сырых овощей включаются во все диеты, кроме первой, второй, четвертой, пятой, десятой, тринадцатой. Исключают белокочанную капусту из рационов диеты третьей, десятой, четырнадцатой. Значит, репу, редьку, редис из диеты 2, 3, 5, 6, 7. То есть репа, редька и редис, вы знаете, что имеют очень такую жесткую, значит, у нас консистенцию, да, и очень тяжело переваривается организмом. И поэтому здесь вот ее исключают практически из всех диет. Значит, щавель, шпинат и ревень из диет 5, 6, 7. Вообще, как бы свежие вот такие плоды, овощи, они очень тяжело, это как волокно пищевое считается, да, очень тяжело переваривается. На чеснок и лук из диеты 2, 3, 5, 6, 7, соленые, квашеные, маринованные овощи и фрукты из диеты 2, 3, 5, 7, 14. Значит, ну, я надеюсь, что все эти диеты вы помните и должны знать.
то есть уже представлять, почему исключаются те или иные продукты из этих диет, то есть это, когда имеете представление, вы должны знать, от чего это, эти диеты. Так, для улучшения вкуса бессолевых диет целесообразно сочетать овощи с плодами и ягодами. То есть, опять же, если во многих диетах у нас ограниченное добавление соли, особенно заболевание у нас, где почек, да, идет, и, соответственно, здесь соль заменяется вот такими вот сочетаниями, плоды или овощи добавляются. Значит, для приготовления салатов из помидоров и огурцов, значит, здесь их готовят очень тщательно, промывают, нарезают кружочками, смешивают, подают отдельно, солят, поливают растительным маслом или салатной заправкой. То есть и солить, и поливать салатной заправкой только перед самой подачей. Значит, салаты из зеленых овощей, здесь вот диеты вы видите, их готовят из листового салата или из микса, да, нарезанного крупными кусками, или можно руками прям порвать, чтобы меньше было соприкосновения с металлом, так как здесь у нас витамин С. Заправляют сметаной или салатной заправкой. Нарезают кружочками свежие огурцы, добавляют вареные рубленые яйца, нашинкованный зеленый лук. Значит, салаты у нас капустные также используются и готовят их двумя способами. При первом способе капусту тонко шинкуют, перетирают солью, это для, кроме диет 7, 8, 10, и заправляют ее лимонной кислотой, сахаром, растительным маслом. Значит, при втором случае у нас капусту также шинкуют, кладут в перепетляющуюся посуду, значит, перемешивают, туда добавляют соль, лимонную кислоту и прогревают, пока слой капусты не осядет. Затем, конечно же, этот салат нужно охладить обязательно. Но все салаты должны быть в охлажденном виде. Значит, для морковных салатов диеты 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15. Значит, корнеплоды нужно измельчить на овощерезке или на терке. Значит, заправляют сахаром, сметаной или медом. И также туда же вводят соломкой яблоки. Значит, яблоки, когда используются, очищают от кожицы и нарезают соломкой. Значит, лимоны и апельсины мелко нарезают, туда добавляют также и сухофрукты, куровую или чернослив. Значит, это у нас приготовление морковного салата с добавлением, значит, у нас яблок, меда, лимона или апельсина и чернослив идет, чтобы добавить немножко такую кислинку. Кислинку, да. Значит, фруктовые салаты для диеты 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15 готовят из измельченных свежих яблок, груш, абрикосов, слив, персиков. Все это можно заправить сметаной, майонезом и посыпать сахарной пудрой. Значит, если используются салаты из арбузов, дынь, слив и зеленого салата, их заправляют также сметаной и фруктовым соком. Значит, и также добавляют творную курагу или чернослив. То есть все те дополнительные фрукты и овощи, которые у нас идут, желательно их предварительно отварить или припустить, если эти продукты, эти фрукты имеют жесткую такую консистенцию. Значит, каждый вид продукта допускается хранить отдельно не более 12 часов, а заправленные салаты не более 30 минут. Значит, винегреты, диеты, вы видите перед собой, каких можно подавать диеты. Значит, для этого мы все овощи, используемые для винегрета, мы должны отварить на пару или припустить. Значит, охлажденный картофель, кроме диеты 8 и 9, морковь и свеклу. Значит, мы предварительно заправленную растительным маслом смешивают. Ну, морковь и свекла, это понятно, что это у нас отварное, да? Значит, все это смешаем с рубленной квашеной капустой, не кислой. Значит, также солеными огурцами, очищенными, предварительно нарезанными. Значит, все это заправляется солью, сахаром и растительным маслом. Значит, вместо для диеты 7, 8, 10 квашеные соленые овощи можно заменить свежими огурцами или помидорами. Значит, закуски из овощей. К ним относятся фаршированные овощи, овощное пюре,
Значит, овощи, тушеные в растительном масле, холодное овощное рагу и другие овощные блюда. То есть, опять же, ребят, если перечислять все эти блюда, они для вас все знакомы. Единственное, как я и сказала, что здесь меняются способы тепловой обработки. Значит, икра кабачковая, баклажана, значит, у нас используются и для второй, и для третьей диеты, и пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Значит, здесь кабачки нарезают кружочками, баклажаны целиком, без плодоножки, и запекают в жарочном шкафу. Вообще, для вот лечебного питания, диетического питания, или кто просто хочет сделать какой-то разгрузочный день для себя, вот эти вот овощи, и картофель, и морковь, и свеклы, и кабачки, и вот баклажаны, лучше всего не отваривать, а запекать, именно запекать, поэтому... предварительно, поэтому здесь тоже рекомендуем, что вот эти вот овощи очень хорошо запекать. Значит, запекают в жарочном шкафу, значит, кабачки можно припустить предварительно. Но если кабачки у нас молодые, молочные, то они очень быстро тоже у нас запекутся. Значит, очищенные от кожицы баклажаны, кабачки пропускаем через мясорубку или протирочную машину. Мелкорубленный репчатый лук пассируем на растительном масле. Это для диеты 2, 5, 7, 10. Предварительно бланшируют, предварительно, прежде чем их пропассировать. Значит, сюда добавляют очищенные от кожицы нарезанные помидоры или томат-пюре, протертые овощи и уваривают до загустения. То есть здесь у нас идет такой щадящий способ тепловой обработки запекания. Значит, пассировка, но перед пассировкой обязательно нужно пробланшировать, то есть обдать кипятком. Значит, заправляют растительным маслом, солью, кроме диеты 7, 8, 10, сахаром, кроме диеты 8, 9, и охлаждают. Посыпаем зеленым луком. Значит, здесь у нас уже пошли салаты из отварных овощей. Значит, сегодня мы с вами... проговорили только про холодные закуски, да, из сырых овощей. Поэтому, да, дома предварительно тоже еще посмотрите этот материал. Почему? Потому что тоже в вопросах это встречается. Поэтому это обязательно нужно вам повторить. Ребят, вопросы есть? Нет, нету. Мне все понятно. В принципе, вам все понятно, потому что общую технологию вы знаете, основу, самое главное, вы знаете, поэтому здесь уже, когда знаешь основу, уже легче отталкиваться и готовить уже какие-то, на основе уже готовить какие-либо блюда диетические, лечебные, какие-то фирменные блюда создавать, да, экспериментировать с какими-то блюдами, когда ты знаешь основу. Поэтому, опять же, здесь, что касается лечебного питания, я еще раз напоминаю, что здесь идет традиционная технология, единственное, меняется у нас вкусовые, значит, свойства и меняются способы тепловой обработки. Если мы где-то пассируем или, значит, запекаем, то предварительно нужно сделать еще какую-либо операцию, то есть или это бланширование, или это может быть припускание, прежде чем запечь, например, да, продукты какие, если у нас имеется такая жесткие волокна встречаются, особенно в редиске, в редьке, да, которые не подвергаются тепловой обработке, поэтому желательно, если использовать эти